губернатора Севастополя Мир Сергеева. Спасибо большое, это почаще бывает здесь. Мы всегда будем рады вас. Не расслабляться, некоторые скажут, что да, на все воля Божия, я скажу. И это может просто быть посмотреть, чем можно помочь, что можно сделать. Есть совместные планы. Много не буду говорить о будущем, посмотрим, потому что это сейчас в процессе, не только обговоров и так дальше. Но намерены устраивать выставки здесь и просветительные, так сказать, культурные мероприятия.